Приветствую всех, друзья. Сегодня мы с вами приготовим стейк говяжий из вот таких красивых нарезанных 2,5 сантиметра кусков молодого бычка. Замаринуем мы наши стейки заблаговременно за день до приготовления. Что нам для этого нужно? Простые ингредиенты, друзья. Это оливковое масло. Это перец черный. И это соль. Обычная каменная соль. Значит, давайте, друзья, приступим. Итак, приступим, друзья. Для того, чтобы мариновать наш стейк, мы его переместим в нашу посуду и добавим поверх него немного соли. Друзья, соли можно меньше, то есть если вы сомневаетесь, сколько добавлять соли добавлять, конечно, нужно меньше, чем кажется, потому что если окажется больше, то вы стейки испортите. Всегда можно досолить, нежели вы испортите блюдо. Вот. Перец, друзья. Перца тоже много не нужно. Совершенно немного. Передает вам всю эту красоту. Так, и добавим немного оливкового масла. Так. Есть такое дело. Вот, друзья, наши маринованные стейки. Мы закроем их вот так вот пленочкой. И отправляем их в холодильник до завтрашнего дня. Вот, друзья, прошел у нас день. Сейчас мы с вами
ставим барбекю. Все готово, друзья. Несем на огонь. Главная задача у нас, чтобы стейки наши запечатались. То есть сначала нужен хороший вид. Друзья, наш смокер мы прикрыли для того, чтобы наши стейки обогатились дымком от дров наших фруктовых деревьев. Такие дрова у нас. Вот, для того, чтобы были насыщенный был аромат. Прекрасно запечаталось. Теперь обратную сторону. Прожарим обратную сторону. Тоже закроем наш мангал. И вот отсюда тоже дымок обогащает наши стейки. Вот. Температура выхода дыма около 75 градусов. Закроем наполовину для того, чтобы немножко сбавить температуру и чтобы больше дымка было. Запах от стейков стоит шикарный. Тут вот прямо сейчас барбекюшница, можно сесть вместе с мангалом. Друзья, посмотрите, какой корочкой золотистые покрылись наши стейки. Это еще не все. Мы, как я уже ранее в других видео говорил, мы любим стейки с глубокой прожаркой, поэтому мы задержим мясо еще на несколько минут. Вот, друзья, 135-140 градусов, 20 минут прожарки, стейк запечатался и прожарился как нам нужно. Несем снимать. Thank you.
друзья, после прожарки стейк должен отдохнуть 5-10 минут. Вот, для того, чтобы все соки остались в нем. Даем отдохнуть нашим стейкам. Ну и самое ответственное, друзья, это дегустация. Давайте попробуем, что у нас получилось. Так. Шикарная прожарка. Куски нарезаем крупными, для того, чтобы соки, наш стейк не потерял свои соки. Так, ну давайте дегустируем. Маринад, который мы сделали за день до прожарки, сделал свое дело и пропитался сквозь мясо. Это был соль, перец, оливковое масло. И наш стейк получился нежнейший, друзья. На этом я хочу с вами попрощаться. Сказать до новых встреч. До свидания.